Вероника Степанова много лет живет за границей. В последний раз психолог прилетала домой 2 года назад. Недавно брюнетка вновь посетила Россию и поделилась эмоциями от поездки. Вероника Степанова устроила для себя небольшой гастрономический тур. Психолог осталась в восторге от закусок в коктейльном баре Москвы и даже от кофе в Сапсане. А вот ресторан русско-французской кухни, который открыла Ксения Собчак в северной столице, Веронике не угодил. «Ну это же говно на палке», – жестко заявила психолог. Кроме того, что она заняла козырное место в центре Санкт-Петербурга с видом на миллиарды долларов, больше там делать нечего. Просто центральная точка. Очень слабые официанты, повара и, соответственно, кухня никакая. Невкусно, но десерты были неплохие. Напомним, что Собчак владеет заведением «Витер» совместно с ресторатором Антоном Пинским и шеф-поваром Владимиром Чистяковым. Ресторан находится в носовой части Летучего Голландца и действительно славится роскошным видом на город. «Витер» – не единственный бизнес Ксении в сфере общественного питания. У журналистки целый ряд собственных ресторанов. Однако успех в данном направлении пока дается ей с трудом. Летом стало известно, что заведение, куда вложилась Собчак, потеряли 20 миллионов. Бистро здорового питания «Ши» ресторан «Фиш» пока приносит только расходы.